дыши. Ты будешь жить, ты будешь жить. Ребята, как вы думаете, что я делаю? Правильно, я спасаю его. Мой канал от гибели. Потому что вы, наверное, сейчас еще больше удивитесь, когда получите уведомление. То, что вышло 2 видео в месяц, а не 2 видео в год. В общем, опять будут неудачные кадры. Я надеюсь, вам понравилась прошлая серия, и это тоже понравится. Точнее, серия неудачных кадров. Вот, у нас будет кадры из SCP-очки, ребенок в желтом, и с Хэллоуина. Вот, приятного просмотра! Пойдем пить чай. Пить чай? Сейчас. Да блин, сейчас. Лялиш. Ты же знаешь, я подозрительно отношусь к любым. Ну мой наверняка. Чей же еще? Чей же еще? Угу, господи, сейчас согласна. Ну мой наверняка. Чей же еще? Да не, ничего не нужно. Ручки. Итак, малыш, слушай сказку. Жила на свете... Поехали. Да, я еще не открутила. Соня, что? Давай. Блин, жалко пупсика, такой красивый. Ну, Алена, не бойся, у нас же есть молоко. Мы смотрим. Так, ладно. Алена, прекращай нести. Еще раз, давай. Ништячёса. Ты о чем? 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 Ну твой парень, я же говорю, блин. Ты о чем? Все, замерли. Ты о чем? Что ты им подыгрываешь? Ты о чем? Ты уже снимаешь? Да. Да. А, нет. Баку? Батя? Оставайтесь тут. Я пойду искать Соню. Соня! Ой, не нравится мне все это. Может, ты во всем виноват? Никакой, пап! Никакой пап. Никакой пап. Сон, может, все-таки уже расскажешь папе правду? Ну что так? Лёлик. Так, все, давай, хватит. Ну просто ты рукам кричит, иди спать. Лёлик. Уже вы достали, что вообще происходит? Сейчас я расскажу правду, скажу. Как меня бьют. Даже правда тут одна, я хочу жрать. В этих очках можно увидеть разные мистические вещи, невидимые глазу. Да, и Морфеус, искаженная реальность, страшная. В них мы увидели зеркало. Да, и в них мы случайно увидели необычное зеркало. Все, да. В этих очках можно увидеть разные мистические вещи, невидимые глазу. Да, и мы случайно увидели в них необычное зеркало. Морфеус сказал нам, что это зеркало какой-то там реальности. Искаженный, все. В этих очках можно увидеть разные мистические вещи, невидимые глазу. Да, и мы случайно увидели в них необычное зеркало. Морфеус сказал нам, что это зеркало искаженной реальности, и что если оно разобьется, случится страшное. Папа уже подозревает, что вы обколоты. Давай. Да, Морфеус. Не, в нашей... Глуши, аморфии. Давай. Слыхать. Так, ладно. Морфеус? Ну чё ты? Она попердит. Я не могу. Я уже здесь не помню. Сундук... Вообще что-то ходится.
Ладно, пойдем. Нормально, давай. Все хорошо. Почему? Так, ну почему? Можно же вернуться во времени. Так, агент Чеснокова приходила примерно 15 минут назад. Значит, делать это надо в... Лететь надо в это время. Так, агент Чеснокова приходила примерно 15 минут назад. Значит, лететь надо... На улице! В это время. Лететь надо в это время. Все, 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 все. Так, агент Чеснокова приходила примерно 15 минут назад. Значит, лететь надо в это время. Не бойся, если что, вызовем Паку. Но нам нужно избавиться и от Глока тоже, поэтому идея с зонтом самая разумная. Но для начала нам нужно защитить все артефакты. Может, перебивку сделать? Не бойся, если что, мы вызовем Баку. Но нам нужно избавиться и от Глока тоже, поэтому идея с Антом самая разумная. Но для начала нам нужно защитить все артефакты. Не бойся, если что, вызовем Баку. Но нам нужно избавиться и от Глока тоже, поэтому идея с Антом самая разумная. Но для начала нам нужно защитить все артефакты. Как? Жопа, я в косе. Куда это вы собрались? В Баку? Никуда я вас не пущу. Вы собираетесь бежать. А дверь я закрыл на замок. Все? Текст. Ты мне не отец! Чё выпишешься? Смешно это очень. Да, ты мне не отец! Папа! Самое сердце! Это я тебе! Ты мне не отец! Что там? Это, Мона Лиза рядом. Да блин, я ничего. Я просто не успела. Да блин, я насладилась. Теперь еще больше себя сдержать. Все? Да вроде. Да все, все, все. Нет, не все. Блин, почему я рядом с тобой встала? Ну реально. Не стой рядом со мной, ты меня отец. Так, все, девочки, давайте. Сейчас я сам найду артефакты. Куда ты там их спрятала? Давай сюда зонт! Нет! Да, я Венсдей Адамс. О, а ты тыкву принесла? Я уже забыла тебя. Так, Фунти, сиди там. Тихо. Все? Спасибо. Все? Да. Да, Соня мне тоже мизинец показывал. Да ёбать. Мяу, мяу. Где папа? Папа, спусти меня. Так, Алена, ты упирайся как бы. Так, я отхожу. Соня, держись крепко. Так, да. Держись за всех сил. Давай. Можно? Да. Я там. Выпируйся. Да. Готовы? Нет. Готовы? Давай, взяла, все, отходи. Раз, два, три. Мам, ты издеваешься? Нормально было.
Так, Алена, вылезай из шкафа, ложись на кровать, а я сейчас принесу тебе успокоительное. А я проверю все... Да, ну зачем мы все это трогаем руками? Что за существо было в нашей спальне? И оно... Белый был текст. А я не заметил никакой куклы, только фотографии. Да, блин, дайте мне уже спать. Ляля! Лёля! Пошли вон! Пошли вон! Ну, очень любопытно, нифига себе дома такая штука стоит. Если дома, дома. Угу. Да папа глаза закрыл. Ты чё такое лицо? Пап, у путешествия... Пап, у путешествия... Пап, у путешествия во времени есть правила. Нельзя встречаться с собой из прошлого. А иначе случится пространственно-временной коллапс. И наш мир может лопнуть, как мыльный пузырь. А я не слушал. Думаю, да. Мы это уже делали много раз. Ты кто? Ты что тут делаешь? Она уже прилетела. Так а где она тогда? Разве так время... Разве так... Разве... Так а где она тогда? Разве так... Ну опять не так нормально. Ой, что, куда смотреть? Ну, тут Соня... никого нет, кроме меня. Соня или я? Кто говорит-то? Ты! Нет. Я думал, ты сейчас скажешь. Нет. Ну все, сейчас. Так а где она тогда? Разве нужно так много времени, чтобы... Так а где она тогда? Подожди секунду, я тут делала. Вы правы. Времени вообще не нужно. Алена должна была вернуться сразу же. Извините. Я же и сказала время. Ладно. Как же та Алена, которую она украла? Я забыла текст. Будешь, я пробовал. Манипуляции всякие там. Ну все, Гриш, все, хватит. Давай, все, поехали. Так, все, Саня, хватит, я не хочу так, больше слушать. Давай, все. Подожди. Гриш? Да. А вот что! Баку-пожиратель снов, приди! Баку-пожиратель снов, приди! Баку-пожиратель снов, приди! Скучали без меня. Он дышит, ребята! Он выжил! Мы спасли его! Давайте поставим этому видео лайк, чтобы этот утка-канал никогда не умирал. Мы его любим. Надеюсь, вам понравились эти неудачные кадры. Вы поставите лайк, подпишитесь на этот канал. И всем спасибо за просмотр, и всем пока!